Пишешь? Думаю. Думаешь, он? Он не Петя, он Дима. Ага. Кто такая Каролина Шлегель? Муза немецких романтиков. Дитрих говорит, я похожа на нее. Зачем вы мне вообще встретились? 5 часов назад у меня была не жизнь, а мечта! Чтобы романтики бы умерли от зависти. Романтики не мечтали, они ответ на вопрос искали. На один. В чем смысл жизни? Где истина? И где? Ты. Что? В красоте женского тела, Женечка. Молодого, конечно. И в этом истина. Знаешь, быстротекущая, прекрасная. Вчера меня бросила, а завтра тебя. А сегодня ты в Пермь летишь, я в Пермь лечу. Думаешь, совпадение? Я разводилась, ты замуж выходить. Тоже не совпадение, Машечка? Птичка, не совпадение. При чем здесь птичка? А при том, что он тебе читал ее? Давай, возраст. 44. Волосы. Шатен. Курит? Да, Мальборо. Что? Петь 10 лет как брось. До этого курил. Мальборо. Это нечестно! А мужей чужих воровать честно? Женат? Да, была корова, всю жизнь промучился, бросил. А надо было на женщине жениться.